скорее не может принимать решения об организации своей работы, он скорее не с энтузиазмом относится к тому, что делает, и не удовлетворен балансом работы и остальных дел. Вот он в средней мере удовлетворен своей работой, этот человек. Давайте посмотрим в целом, как можно вызвать значения, предсказанные для всех респондентов. Regression, снова linear, save, standardized, predicted values. Запускаем. Смотрим в конец нашего массива. Для этих респондентов были миссинги по каким-то переменным, по каким-то предикторам, поэтому не сработала для них модель. Отсортирую. Вот, например, респондент, который крайне удовлетворен своей работой. Давайте посмотрим на его предикторы. Поскольку не все переменные в массиве стали предикторами в нашей итоговой модели, я их вот таким вот образом сужу, только через variable view, настраивая ширину столбика вот здесь. Сначала я все столбики делаю единичными, а потом те, которые будут нужны, я сделаю шириной 10.